Жители села Павловка Барышевского района искренне рады тому, что в их дома наконец пришел газ. Этого события они ждали не один год, поэтому на торжественную церемонию пуска голубого топлива собралось почти все село. С этим замечательным событием жителей поздравил глава региона Сергей Морозов. Искренне надеюсь о том, что вы совсем скоро почувствуете это благо на себе. Но искренне надеюсь о том, что это благо, конечно, хорошо скажется и на сельскохозяйственном предприятии, потому что меньше придется платить за все эти, так сказать, излишества разные. Искренне надеюсь о том, что это даст возможность построить здесь, возможно, новые какие-то объекты экономики. В прошлом году по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» был построен внутрипоселковый газопровод в Павловке протяженностью более 6 километров. Сегодня жители 26 домов уже пользуются природным газом, а внутридомовое оборудование смонтировано в 44 домовладениях. Всего с вводом в эксплуатацию газопровода возможность провести голубое топливо в свои дома получили около 150 жителей села. Я искренне благодарен вам за то приглашение, которое вы сделали, чтобы вместе с вами разделить радость этой, наверное, все-таки какой-то технологической победы для вашего села. Наверное, в скором будущем сюда придет и 5G, сюда придут и инвесторы, потому что здесь появилось голубое топливо. Дальнейший план газификации района обсудили на профильном совещании. Так было отмечено, что уровень газификации поселения уже составляет более 55%. В 2019 году из областного бюджета Барышевскому району выделена субсидия в сумме 17 миллионов 350 тысяч рублей на строительство внутрипоселковых газопроводов. В этом году планируется повысить процент газификации местных территорий. Так будет завершено строительство внутрипоселкового газопровода в Загорино, Головцево, Румянцево. Уже начата работа по ветке в селах Кармалейка и Живайкино. Новости Управды ТВ.